плакатами «Долой игорный бизнес», «Стоп игра» молодежь привлекает внимание и выражает свою позицию и взгляды. В Анапе, несмотря на запрет, все еще работают игровые терминалы и клубы. Полиция пресекает их деятельность, но самые предприимчивые нарушители открывают новые клубы в новых помещениях. В последующем правоохранительные органы смогли пресечь эти незаконные игровые клубы. И больше эта зараза не распространялась на территории Анапы. Мне кажется, люди вкладывают деньги и ничего в итоге не получают. Больше, наоборот, денег не получают, а только больше тратят. Анапчане с одобрением относятся к протесту молодогвардейцев. Эта акция не последняя. Подобные пикеты молодые люди планируют устраивать и дальше, пока все азартные места в Анапе не останутся в прошлом.